она. Настоящая боль коневладельца. Фу, весь хвост в репьях. Караул. Приступаем к ежедневному труду по освобождению хвоста лошади от репьев. Засекаем время. Ну, 4 часа ровно. Поехали. Набрызгала кондиционером, чтобы было попроще. У Екатерины, я не знаю, который день уже, шел какой-то там, не тысяча, какой-то день, и она выбирала репьи. Накидает, накидает. И Катя выбирает и выбирает. Так, ну что, вот 4:20. Хвостик разобран и уже причесан. Ни одного репья. Вон они все на полу. Вот, помогает, конечно же, кондиционер, потому что волосы более скользкими становятся и лучше вылезают из этих вот всех репейников. Ну вот, вот такой вот результат. Некоторые психуют и сразу все это дело обрезают, но мне кажется, это совершенно негуманно. Вот, а у кого, например, есть не спортивная лошадь, а соревноваться очень хочется, то можно вот такие соревнования устраивать. Кто быстрее разберет хвост своей лошади от репьев. Всем удачи!